Всем доброго времени суток, с вами Анми, и сегодня я хочу показать вам еще одну игрушечку. Инди, находится она на Кикстартере, да, расскажите про Spin Tyrus, он на Кикстартер, друзьям, да. Не смог ее пройти мимо, я понимаю, что может быть кто-то делал обзоры, я уверен, что кто-то делал обзоры, но это просто шикарная игрушечка, да, я тут немножко поездил, и что у нас есть? Смотрите, мы можем включать дифференциал у машины, подключать, да, подключать полный привод, и можно вообще ставить автоматическую или ручную коробку передач. И, соответственно, ну, для лучшей проходимости, как вы понимаете. Так, включаем дифференциал, включаем полный привод, и вот наш УАЗик уже спокойно-спокойно прет вот по этому месиву. Посмотрите, он наполовину просто в жиже, в грязи, и все равно ему удается пробираться. А посмотрите вообще на детализацию, вообще, насколько сделана офигенная игрушечка. Так, а я забыл, как тут свет-то включать. Да, тут можно фары как-то включать, но я, честно говоря, забыл. Ну, моя забыла. Так, вот. Так. Вы можете произвести в двух режимах. Так, сюда можете. Демонстрация смены дня и ночи. Все это очень классно. Переключение режима камеры. Не помню я. Да, ой, да что я все понажимал. Ладно, фиг с этими фарами. Или они у меня вообще уже включены? Что-то я не помню. Может быть, включены, а может быть и нет. Может быть, я их вообще уже разбил. Я не помню. Я тут уже катался какое-то время, поэтому вполне возможно, что я тут что-то начудил. И, в общем, вот так мы можем ехать по дороге, а можем, кстати, съезжая с дороги, ехать и, например, параллельно, да, ей. А самый класс, смотрите, она действительно буксует, она действительно, она оставляет за собой следы. Она приминает траву. Ну, конечно, не на том уровне, на каком бы вообще это было бы идеально, но все равно графика просто офигенная. Если бы это была не просто какая-то демонстрация чего-то, да, а это была бы игра, я думаю, что... Ой-ой-ой-ой-ой, я завалился куда-то, провалился в какую-то колею. Ну ничего. Ау! Да, еще здесь вот такая немножко с физикой, да, вот, то есть мы врезаемся в дерево. Но дерево не ломается, оно просто гнется немножко. Хотя звуки добавлены офигенные. Вот по кустам я только что зацепил кусты. И кусты, я не знаю, было слышно, не было. Но действительно, как будто мы проехали по кустам. Я хочу просто выехать на какую-нибудь местность, я не знаю, где будет, кроме дороги, что-то. Видите, я там уже раскатал немного дорогу. И здесь нам, ну это я так понимаю, что типа демо-версии, потому что у меня тут всего две машинки, это УАЗик и МАЗ, хотя такой МАЗ, наверное, все-таки я больше нигде не видел, он очень похож на те машины, которые таскают наши ракеты, которые нас защищают, лазят по лесам, да, по полям и скрывают их от ненавистных наших врагов. Так, вот, машина что-то у нас подзастрял, потом резко поехала. Да, и почему-то здесь везде месиво, месиво, месиво. Вот мы выезжаем на дорогу. Я хочу просто немножко по прямой проехаться, вам показать, да, разницу между грязью и просто ездой. Ну, согласитесь, просто даже вот графика просто, ну, просто волшебная. Я не знаю, но мне очень нравится, я не знаю. Кто-то, может быть, конечно, там будет придираться, но мне кажется, это просто волшебно. Вот, и отключаем, например, дифференциал, вот, отключаем полную коробку, мы можем ехать быстрее, но если мы попадем в какую-то вот грязь, то машина, соответственно, вылезти не сможет. Простой пример, ну, давайте, например, вот ведь смотрите, как задние колеса закопались. Посмотрите, как задние колеса закопались. То есть моментально, потому что он... А теперь подключаем полный привод и подключаем дифференциал. И... Машина прет, она просто прет. Ну, в жизни, я не знаю, на самом деле, вот под таким углом УАЗик и закопавшись на колесо, сможет ли проехать, но вполне возможно, УАЗики у нас не зря делают уже столько лет и не перестают самое интересное делать. Вполне возможно, что они действительно могут вытворять вот такие вещи. Так, все, неужели я застрял? Если я застрял, то вполне возможно, это из-за того, что я угол очень большой взял. Попробуем выехать, все равно попробуем выехать. Давай, давай, давай,
Давай, ты же вездеход. УАЗик, только я тебя похвалил, и тут такая вот беда. Ну, я говорю, что процентов на 90 это потому, что я слишком большой угол задрал. И машина действительно под таким углом, она, ну, просто будет упираться, например, бачить, ну, мордой в землю, и она сама себя же будет толкать. Ладно, фиг с этой машиной, тогда мы просто сейчас с вами переключимся на МАЗ. Так, а как переключиться на МАЗ, кстати говоря, я... Мне надо, чтобы появилась мышка, да, надо было мышкой нажать. Да, и вот он, этот МАЗ, вы посмотрите, это просто монстр. Он даже когда заводится, уже страшно становится. Так. Ну что, погнали? Давайте сначала... Вот. Вы слышали, да, как когда переключает скорости, как орёт водила? Это просто жесть. Я не знаю, откуда они взяли вот этот голосок, но это просто эпично. Просто эпично. Ну что, так. Все-таки, блин, мне хочется фары включить, но я вообще не помню, как это делать. И вообще, вот он, наш УАЗик, кстати говоря. А интересно, можно наш УАЗик подтолкнуть? Вот этого я не пробовал, кстати, делать. Давайте попробуем, почему бы нет заодно. Так, у нас дифференциал выключен. Давайте сразу все подключаем. Нет, включить, включить. Да, включаем дифференциал, полный привод, и пошли толкать УАЗик. Главное не застрять и на второй машине. Ну, я не думаю, что вот эта машина тут застряет. Нет, он просто пытается по ней проехать. Блин, ребятки, я... Слушайте, я до этого даже не пробовал это делать, и даже не знал, что это вообще реально. Я просто перевернул машину. А обратно ее как-то можно поставить на ноги? Я поломал игру. Слушайте, ну я не знаю, до меня кто-нибудь догадался такое сделать или нет, но я просто взял и все поломал. Хотел вам показать. И показал, называется. Так, сможем мы каким-то образом поставить машину на колеса, интересно, или нет? Ну поехали, давай, включай. Да, это не GTA, здесь просто от того, что вращаешь колесами. Давай, давай! Давай, давай, давай! Почти что получилось! Давай! Да, 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 да! У меня Вау! Блин, я думаю, это все. Я думаю, это конец. Нет. Но мне удалось все-таки поставить. Ну, я, честно говоря, абсолютно не ожидал, что вообще ее можно перевернуть. Я ну просто не предполагал, что в этой игре это возможно. Посмотрите, как она, кстати, движется, как она поднимается и опускается на холмиках. По-моему, это очень-очень круто сделано. Туман, да, это у нас рассвет, была ночь такая непродолжительная. Ну и хорошо, что она была непродолжительная. Давайте поедем вперед, там есть речушка, и прокатимся по речушке. Просто едем, наслаждаемся. Это просто насколько детализация. Посмотрите, какая детализация. А как работают, посмотрите, где задние колеса, как работают рессоры, да, правильно это называют? Надеюсь, что правильно. Чтобы мне сейчас потом там не сказали, что я такой сякой, я вообще не знаком с автомобилестроением. Ну, я, естественно, не могу разбираться во всех областях на 100%, да и, ну, в общем-то, это игра, это совсем не о том. Ну, просто уровень детализации очень-очень классный. Так, что-то здесь с водой какая-то беда. Слушайте, ну поверьте мне, что когда нет туман, здесь вода выглядит намного круче. Что-то хотел похвастаться и не похвастался. Перебираемся мы через реку. Летят просто во все стороны от нас брызги. Мы затопили, ну, утопили свои колеса. Ну-ка, если остановиться, нас будет сносить немножечко? Нет, ну такую махину навряд ли. Я не знаю, сколько эта махина весит. Я не думаю, что даже такой поток сдвинет эту машину. Хотя вполне возможно. Хотя вполне возможно. Очень-очень классно. У нас колеса пока были чистенькие на недолгое время. Тихо-тихо-тихо, не врежься. Оу-оу-оу. Все нормально. Но здесь просто прямая дорога. Но нам, вот видите, то, что я говорил про деревья, они просто гнутся. Они не ломаются в этой игре, но, говорю, здесь это и не важно. Единственное, жаль, что можно было бы сделать немножко... Оу!
Можно было бы сделать немножко побольше дорог, наверное, да? Ну, неважно, ладно, все, на этом мы остановимся. Все, что я хотел, вам показал. Время суток мы посмотрели, меняется, да? Машинки мы посмотрели, как они ездят. Что еще? Посмотрели две единственные доступные у меня, во всяком случае, машинки. Посмотрели, как они могут буксовать, как они могут ездить. И я, по-моему, вообще застрял здесь. Ладно, выберусь потом. Спасибо всем, кто меня смотрел. С вами был Анми. Увидимся с вами в других играх или... Ну, в общем, увидимся попозже. Всем пока-пока.